Ну что, мы с вами сегодня в тесной компании начинаем говорить об очень большом разделе, который называется грамматикой. И первой его частью мы сегодня начнем знакомиться – это морфология. Итак, грамматика – это раздел языкознания, который изучает формы словоизменения, строение слов, возможности употребления этих слов в словосочетании, в построении их в предложение. И, собственно говоря, в зависимости от того, что является центром изучения, грамматика распадается на две большие части. С одной стороны, это морфология, с другой стороны, это синтаксис. Так вот, синтаксис изучает слово и его возможности сочетания в словосочетании, объединения в предложении, разные типы предложений. А морфология изучает как раз-таки способность изменения самого слова. А какими признаками оно отличается от других подобных слов, как оно может употребляться, как оно может склоняться, чем, соответственно, может быть в предложении. Вот это все изучает морфология. Ну, для того, чтобы это было понятно, давайте рассмотрим на конкретном примере. Например, слово «земля». Если мы будем говорить о лексикологии, то ее тоже интересует само слово, но ее интересует именно лексическое значение слова. С какими словами употребляется, да? Какие имеет синонимы, какие имеет антонимы, входит в устойчивое выражение или не входит в устойчивое выражение, какое значение, устаревающее или оно, какое оно происхождение, по происхождению, да? Активное или наоборот заимствованное. Да? С этим всем нужно разбираться, это предмет изучения будет лексикология. А морфология как раз-таки будет рассматривать его частеричные признаки или, как мы говорим, грамматическое значение. Что оно является существительным женского рода, относится к первому склонению, да, может изменяться по падежам и, соответственно, конечно, чем будет являться в предложении. Поэтому вот одно и то же слово «земля», разные науки лингвистические будут рассматривать с разных сторон. И вот мы начинаем говорить именно о морфологии. И именно эти признаки будут интересовать нас в этой науке. С этой точки зрения... Весь гигантский массив слов, а мы говорили, что современный словарь насчитывает более 170 тысяч слов, нужно было как-то сгруппировать для того, чтобы их систематизировать и описать. Саму систему когда-то придумал еще Ломоносов, он же придумал и название частей речи, вот, и отработал, придумал, скажем так, предложил критерии для того, чтобы рассматривать слово, которое появится в языке, для того, чтобы его поместить в ту или иную группу. И на нынешний день эта система продолжает работать, она хорошо себя оправдывает. Вот, вопросы три. Первое. Что обозначает это слово? Да? Что это? Это предмет. Может быть, это действие. Может быть, это состояние. Может быть, это количество. Признак. Признак предмета или признак действия. И так далее. Дальше. Второе. Это как раз-таки его грамматические значения. Или что мы можем определить у этого слова? Мы можем определить у него спряжение или склонение. Мы можем определить у него одушевленность, или, может быть, это действительно или страдательное, да, причастие. Можно определить разряд. Это, собственно говоря, морфологические категории, которые есть у этого слова. И третий вопрос – это чем является в предложении. И вот эти вот три вопроса позволили выделить значительное количество частей речи и систематизировать вот этот гигантский массив слов с точки зрения морфологии. А на этом Ломоносов не остановился, и последующие лингвисты тоже. И эти части речи они решили еще разделить по функционалу, да, по своему назначению. И выяснилось, что одни части речи могут быть самостоятельными, да, то есть они значимые. Если мы употребляем их отдельно, вырванно из контекста, то частично их значение понятно. Ну, например, слово «дом». Да? Его значение, в принципе, нам понятно без контекста. Может быть, конечно, не окончательно, не точно, но в общем и в целом у нас слово вызывает определенные ассоциации. А если я скажу слово «к», то тогда у нас здесь ассоциаций практически не возникает, да? Возникает недоумение. И вот именно с этой точки зрения, с точки зрения самостоятельности, да, значимости и отсутствия значимости, все части речи разделили на самостоятельные и служебные.
отдельно не вошли ни в группу самостоятельных, ни служебных частей речи, модальные слова, междометия и звукоподражательные слова. Почему так получилось? Потому что, понятное дело, самостоятельные или значимые части речи, они имеют значение сами по себе, да? Служебные части речи, они предназначены для того, чтобы обслуживать самостоятельные. А вот модальные слова, междометия и звукоподражательные слова, они как раз-таки не выполняют ни функцию первых, ни функцию вторых. Отдельного названия для них не придумали. Это вот просто, скажем так, три группы, которые стоят отдельно. Причем модальные слова вот в том значении, в котором мы с вами сегодня будем их рассматривать, в школьной программе они вообще не рассматриваются как отдельная часть речи. А звукоподражательные слова, они близки к трактовке междометий в школьной программе. Но мы с вами сегодня чуть-чуть посмотрим пошире на эти явления. Итак, самостоятельные части речи, я уже сказала, да, что они называют какие-то предметы, качества, свойства, количество, действия, состояние или, может быть, на них указывают. Они однозначно являются членами предложений, они естественно являются, имеют, простите, пожалуйста, морфологические признаки. И на основании всех этих качеств лингвисты выделяют 7 или 9 самостоятельных частей речи. Почему так произошло, сейчас немножко расскажу. Все части речи я перечислила вам и в скобочках написала причастие, идеи, причастие. Современный статус этих явлений, причастие, идеи, причастие, он двойственен. Двойственен из-за разных лингвистических подходов к определению этих частей речи. Скажем так, когда я училась в школе, мы изучали эти явления, да, как формы глагола. То есть действительно и причастие, идеи причастия образуются только от глаголов. Никаких других частей речи, никаких других способов у них нет. Вот. Основную часть признаков они тоже берут от глаголов. Но в причастии есть еще признаки прилагательного, а в идеи причастия есть еще признаки наречий. Вот. И эта точка зрения была лидирующей. Я не могу сказать, что она сейчас изменилась, но, например, в наших школьных учебниках сейчас во многих есть определение причастия и идеи причастия как самостоятельных частей речи. Что, в принципе, меняется кардинально? Да? Все те же самые вопросы, да, все те же самые морфологические характеристики. И синтаксическая роль остается. Остается открытым, собственно говоря, вопрос начальной формы. Дело-то в том, что если мы говорим, что причастие – это... Еще кто-то, здравствуйте. Если мы говорим, что причастие – это самостоятельная часть речи, идея причастия – это самостоятельная часть речи, да, то тогда мы начальную форму образуем от них же, да. То есть эти же части речи являются в начальной форме. Причастие у нас изменяется как прилагательное, поэтому причастие единственного числа мужского рода будет в именительном падеже будет начальной формой. Ну а идея причастия, собственно, ну, неизменяемая, поэтому он так и будет, да, в начальной форме. Или можно сказать, что вообще начальной формы нет. А если мы рассматриваем причастие как форму глагола, да, идея причастия как форму глагола, то тогда начальной формой будет являться только глагол. Почему так происходит? Почему разные лингвисты придерживаются разных точек зрения? Это на самом-то деле отдельный разговор, достаточно серьезная беседа. Вот. Но давайте мы пойдем дальше, да, не будем углубляться. Я просто вам сказала, что существует две точки зрения на этот вопрос. Да. Вот. Отдельно часть речи, которая тоже, скажем так, лет 30-40 назад активно в школьной программе не освещалась, это категория состояния. Сегодня мы о ней подробно говорить не будем, мы о ней поговорим, наверное, ближе к глаголу или к наречию, с которыми она тесно связана. Так, служебные части речи, да, они лишены назывной функции, да, то есть я вам сказала, предлог, например, к, да, или вот, будто, в связи с, даже. Если мы употребляем непосредственно эти слова, то само значение этих слов нам непонятно. Мы предполагаем, какие-то могут быть связи, да, какой-то намек на что-то, да, но не более.
Служебными они как раз называются, потому что помогают формировать самостоятельные части речи либо в словосочетание, либо в форму. Вот, форму, словоформу какую-то, да, вот, поэтому их называют, собственно говоря, служебными. Сюда относятся предлоги, союзы и частицы. Предлоги помогают образовывать какой-то падеж, то есть они не образуют со знаменательными частями речи словосочетания, просто ставят слово в падеж. Союзы связывают либо однородные члены предложения, либо предложения между собой в сложные предложения. Частицы выполняют разную функцию, либо функцию отрицания, например, да, либо могут образовывать у нас повелительное наклонение, это формообразующие частицы, и частицы у нас еще служат для выражения наших чувств, да, модальные частицы. Например, слово «даже» – это модальная частица. Мы с вами сегодня поговорим именно о служебных частях речи чуть-чуть поподробнее, да, чуть-чуть. Вот. И о тех частях речи, которые не вошли ни в самостоятельные, ни в служебные части речи. Итак, предлоги, смотрите. Они как раз-таки могут помочь двум словам связаться в словосочетании. Мы берем два слова «жить» и «город». Для того, чтобы получилось словосочетание, нам нужно к слову «город» добавить предлог, в данном случае «в», и получается словосочетание «жить в городе». Найти предлог можно как раз-таки по падежному вопросу, но только нужно задавать именно падежный вопрос, а не какой-либо другой. Не «жить в городе», «жить где», вот этот вопрос нам не поможет обнаружить предлог. А если «жить в чем», «в городе», да? И если вы сомневаетесь насчет статуса слова «в», то таким способом вы как раз это и докажете, что перед вами является предлог. Ну, например, посмотрите, договориться насчет покупки. Слово «насчет» может быть разной частью речи, оно может быть предлогом, а также может быть существительным с предлогом. Для того, чтобы определить его статус, достаточно лишь только задать падежный вопрос. Договориться насчет чего? Насчет покупки. Если слово входит в падежный вопрос, то, соответственно, оно и будет являться в предлогом. Ну и посмотрите, пожалуйста, положить деньги на счет в банке. Да? Положить на что? На счет. Счет в чем? В банке. И у нас с вами в этом словосочетании получается два предлога «на» и «в». Есть у нас производные предлоги, те, которые произошли от самостоятельных частей речи. Это в течение, в продолжении, в связи и так далее. И мы о них отдельно будем тоже еще говорить. Вот. А в данном случае тоже точно таким же способом решается их, скажем так, частеречный статус. Жить в течение чего? В течение недели. Да? В течение, значит, вот это все вместе будет являться предлогом. Ну и кроме того, слово «в течение» будет предлогом, если обозначает время. Вот. А если речь идет о движении каком-то, да, в данном случае воды, вот, то тогда, конечно же, это в течение будет являться существительным, а «в» будет предлогом. У реки есть течение, и вот в нем-то, да, туда, в это течение нужно попасть, или кто-то попал в это течение, и тогда «в» – это предлог. Такая же история будет со словом «вместе», «вместе с друзьями». Союз. Когда я вам сказала, что не связывают однородные члены предложения и простые в составе сложного, вот что я имела в виду. Специально поместила сюда одни и те же союзы для того, чтобы вы посмотрели, в чем разница. Да? Итак, смотрите, есть у нас повторяющийся союз «то-то», он так и называется «то-то». И он в данном случае показывает, связывает разные однородные члены предложения, да? Показывает очередность действий. То смеялась, то плакала. В данном случае он разделяет однородные члены предложения. Либо плыви дальше, либо вернись. Тоже союз «либо-либо» разделяет однородные члены предложения. Плыви, вернись. Те же самые союзы могут связывать или разделять, показывать очередность и предложений. То есть снег пойдет, то дождь начнется. Завтра либо Ольга проведет лекцию, либо Павел семинар. В данном случае, вот здесь посмотрите, пожалуйста, на тире. Тире здесь стоит, потому что пропущено сказуемое «поведет». Да? «Поведет» или «проведет». И для того, чтобы его повторять, во избежание тавтологии, как раз-таки мы здесь используем тире. Оно нам и подсказывает, что здесь пропущено сказуемое, которое мы можем взять из предыдущего предложения.
Так вот, это сочинительные союзы, да? Здесь не все сочинительные союзы, мы о них еще потом подробно поговорим. Вот. Так вот, сочинительные союзы могут выполнять две функции. Они связывают однородные члены предложения или их разделяют, противопоставляют. Вот. И они связывают и точно так же разделяют или противопоставляют простые предложения в составе сложного. У нас есть еще подчинительные союзы. Некоторые из них я вам сюда написала, их функция совсем другая. Они связывают придаточную часть с главной. Только одна такая функция. Поэтому если вы выучите союзы, то, в принципе, уже будет этого достаточно для того, чтобы помочь понять, где у нас, какое предложение. Да? Если у нас употребляются вот такие союзы, то перед вами всегда будет сложное предложение. Там нужно будет выяснять, где какие части. Так, частицы. Немножко об этом уже тоже говорила. Но частицы бывают модальные, формообразующие. Формообразующие, они нам помогают образовать какую-то грамматическую форму другой части речи, не свою. Ну, например, смотрите, пусть напишет сочинение. Это повелительное наклонение, здесь частица «пусть». Она помогает его образовать. Да? «Да здравствует солнце» – тоже повелительное наклонение. Здесь частица «да» тоже образует это наклонение. «Съел бы грибов» – здесь, смотрите, частица «бы» плюс глагол в прошедшем времени образует у нас условное наклонение глагола. Поэтому эти частицы здесь очень нужны, вообще в принципе очень нужны для понимания глагола. А вот модальные, они могут выражать наши чувства самые разные, но при этом, конечно же, необходим контекст. Разве ты написал сочинение? Да, вот. Здесь у нас сомнение есть. Ты разве написал сочинение? Да? Ты написал разве сочинение? Даже ты написал сочинение. Вот ты написал сочинение. Смотрите, в одном предложении ты написал сочинение, я поставила разные частицы и в разные места, и предложение у нас меняет свое значение, смысловую и эмоциональную нагрузку. Вот так помогает нам изменить наше предложение частицы. К служебным частям речи в вузовских учебниках относят и модальные слова. К ним относится оценка своего высказывания, да, по отношению к объективной реальности, ну, то есть к той реальности, которая есть. Они могут быть, модальные слова, они могут быть вопросительными, да, утвердительными, предположительными, отрицательными. Дальше. Междометия как таковые – это выразители определенных чувств, но при этом они не называют эти чувства. То есть вот смотрите, ох, ну и тяжело. В этом предложении мы с вами уже можем определить смысл слова ох, да, какое чувство оно выражает. Но если мы будем просто его употреблять, ох, то о каком чувстве мы говорим, будет непонятно. Вот. И волеизъявление, вон, стоп, ц и так далее. Звукоподражательные слова – это отдельная группа. Я надеюсь, что по самому названию тоже понятно, что это такое. Ну, например, мне сегодня Гриша очень помогает, как всегда. Да? Вот. И если я буду передавать его звуки, это тоже будут звукоподражательные слова. Да? Чирик-чирик там, и так далее. Это будут звукоподражательные слова. Они помогают нам определить сами звуки, описать эти звуки, воспроизвести эти звуки и так далее. Поэтому это все-таки немножечко другая группа, а не междометия. Давайте поподробнее поговорим про модальные слова, чтобы больше уже к ним не возвращаться. Обстоятельства верно вас разлучили. Да? В данном случае перед нами модальные слова, так называемые вводные слова, которые в школьной программе именно так и называются. Да? Здесь точка зрения говорящего, да, к той реальности, которая существует в самом предложении. И поскольку обстоятельства вас разлучили, это вопрос, это реальность, скажем так, диалога, да, речи, а вот его отношение говорящего вот, выражается в слове «верно». И вот это отношение – это все-таки немножко другая реальность. И здесь в предложении, получается, пересекаются две реальности. Реальность информации предложения самого обстоятельства, вас верно разлучили, и реальность ощущений говорящего.
Вот. И поскольку эти две реальности, они по содержанию, по смыслу не соприкасаются, если мы поменяем реальность предложения, поставим какое-то другое предложение, то мы вот это вот сомнение, верно, да, предположение, мы можем оставить. Вот. Поэтому для того, чтобы показать, что это вот пересечение состоялось, как раз-таки чаще всего вводные слова или модальные слова обособляются с двух сторон запятыми, если они стоят в середине предложения. Вот. Как раз это объясняется тем, что они не являются членами предложения, то есть напрямую никакого лексического значения, да, семантического значения не имеет к реальности этого предложения. И, конечно же, они не могут быть никак связаны с остальными словами, никакими связями, ни согласованием, ни управлением, ни примыканием. К ним не применяются ни предлоги, ни союзы, ни частицы, потому что это, в принципе, просто другая реальность. Могут употребляться в качестве целых предложений, да? Но чаще всего это разговорный стиль, это чаще всего диалог, где смысл всего предложения восстанавливается из самого контекста. Да? Вы купите эту книгу, безусловно. Это мое отношение, да? Это, скажем так, мое отношение к событию. Какая информация здесь не указана в предложении? Я куплю эту книгу. Безусловно, я куплю эту книгу. Но поскольку я куплю эту книгу, она уже заложена частично, да, и в ответе, и в вопросе, то смысла его употреблять нет. И поэтому, скажем, реальность ответа, она стирается, и остается только мое отношение. Безусловно. Вот такой вариант тоже предложения возможен. Вот. Вам до меня, конечно, нет никакого дела. Да? Вот чисто классическое вводное слово в предложении. Вам до меня нет никакого дела. Это реальность, это информация, которую нам сообщают, это факт. Вот. А мое отношение к этому происходящему, оно выражается вот в моей уверенности, что я уверен в том, что я говорю, что вот эта информация справедлива. И поэтому две запятые у нас стоят для того, чтобы показать, что слово «конечно» – это не, слово не имеет никакого отношения к этому предложению. Это вставная конструкция. Простите, вставная, говорю, вводное слово, да, то есть это искусственная конструкция, которая вторглась в это предложение, да, грамматически никак не связанная с самим предложением. Модальные слова могут, конечно, выражать оценку высказывания, да, могут указывать на реальность сообщаемого. Действительно, безусловно, там, разумеется, и так далее. Я думаю, что вы это все знаете. Указывать на вероятность, высказывать предположение, сомнение. Ну, смотрите, действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, примена его, лежала ничком на сундуке и плакала. Вот, то есть есть информация про Соню, которая лежит на сундуке и плачет, и я убежден, что это действительно так. Вот, поэтому я подтверждаю, что это так было. Вот, и получается, вот мое отношение, да, вот есть информация, предложение. То же самое, вы верны недавно на Кавказе. Вот здесь верно, то есть вероятно, наверное, да, я предполагаю, я не уверен, что вот, это что вот эта информация точная. Да? Я задаю вам вопрос, но я не уверен, так ли это или нет. Здесь тоже молчал минут 10. Я не уверен, что это было именно 10. Я делаю свое предположение, поэтому вот оно выражается отдельным вводным словом. Так, к кандальным относят вводные слова, выражающие эмоциональное отношение к фактам действительности, да, если они имеют значение пояснения и ограничения. То есть если вот первая группа, о которой мы с вами сейчас говорим, это самое распространенное явление, да, модальных слов и вводных слов, то вот, вот эти не всегда появляются. Да, здесь нужно все-таки уже какое-то лингвистическое чутье для того, чтобы определить их как модальные, как вводные слова. В частности, впрочем, кстати, скажем, правда и так далее. Слова, указывающие на связь мыслей, порядок изложения или способ оформления. Вот эти вот слова, как во-первых, во-вторых, в-третьих, там значит, следовательно, и так, да. Это слова чаще всего нам помогают оформить набор предложений в текст и ранжировать его. То есть это чаще всего рассуждение.
рассуждения в полном порядке, да, поэтому здесь, скажем так, вот эта группа, связь мысли, порядок изложения, она такая достаточно закрытая группа, достаточно жесткая. Здесь нельзя взять какие-то слова из других групп. То есть если вы строите какой-то текст рассуждения, да, то там навряд ли может быть, к сожалению, к несчастью, к удивлению или какие-то другие группы еще появляться. То есть, скорее всего, должен быть порядок мыслей, тезис, порядок мыслей, порядок аргументов, и потом обязательно заключение. Ну, теперь давайте небольшую такую самостоятельную работу сделаем. Я вас прошу сейчас сделать следующее. Вот у меня здесь 10 предложений, и в них выделены одни и те же слова попарно. Напишите, пожалуйста, себе в столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сделайте такой вывод, сделайте предположение. В первом предложении вот это слово «верно» – это модальное слово или это самостоятельная часть речи? И во втором. То есть вам нужно написать либо модальное, либо самостоятельная часть речи. Все, давайте дам минуту, наверное, точно дам. Там, как будете готовы, скажете, мыкнете. Сегодня как никогда тихо, такая предновогодняя тишина, как в лесу. Что-то как-то вообще у нас тоже в чате очень тихо. Все заснули, наверное. Декабрь на всех так действует. Ну что ж, либо никто не справился, либо никто не хочет, или, может быть, боятся сильно. Но давайте мы посмотрим, что же должно было получиться. Хотя бы так посмотрим. Итак, вот они ответы. Значит, в первом предложении это модальное слово или вводное слово, а во втором это наречие, то есть самостоятельное. Да, да, Лизавета. Угу. Самостоятельная часть речи. В третьем предложении модальное слово, в четвертом союз. Здесь можно было найти его очень просто. Союз можно заменить на союз, модальное слово или вводное слово можно заменить на другое. Вводное слово, это работает всегда. Так, дальше. В пятом-шестом наречие и модальное слово. Тут даже по пунктуации можно догадаться, да? В седьмом модальное, потом глагол. И наоборот, глагол и модальное. Ну, поставьте хоть кто-нибудь огонечек, что у вас получилось так же, и вы понимаете, о чем я сегодня говорю. Вот, вот, слава Богу. Ура, я дождалась. Ну, вы мне тоже сегодня сделали подарок, даже 9 огонечков, отлично. Если у вас так получилось, все прекрасно,
Все замечательно. Двигаемся дальше. Теперь немножко поговорим о междометиях. Да, они выражают чувства и волеизъявления, но не называют их конкретно. Да? Если в слове «тьфу» мы предполагаем какое-то недовольство, да? А если в слове «айда» мы предполагаем какой-то призыв, но пока непонятно какой и куда. Вот слова «спасибо» и «до свидания» – это однозначно этикетные слова, но это все-таки у нас междометие. Вот. Если говорить о формах употребления, например, «быстро марш отсюда», что здесь может быть? То есть «быстро отсюда» марш получается как призыв «иди». Да? «Иди». «Батюшке» воскликнула взволнованная мать. В данном случае она же не к батюшке обращается непосредственно, это ее возглас, это возглас ее удивления. Поэтому «батюшке» здесь тоже будет междометием. И последнее. Мне очень понравился текст. Для того, чтобы объяснить звукоподражательные слова, их роль в нашей речи, к чему. Да, Лен, только что увидела. Хорошо, но я надеюсь, что все понятно. Я надеюсь, что все понятно. Тем более, что к вводным словам мы еще будем возвращаться с вами, когда будем изучать синтаксис. Я думаю, что все... разберетесь. Если не разберетесь, запишите мне вопрос. Я сюда себе тоже запишу. Постараюсь на следующее занятие ответить на него. Итак, звукоподражательные слова. Мне показался очень милым этот текст. Вот. Как удачно здесь они включены в само повествование, в саму картинку. Вот. И какой точности в результате добивается сам автор. Мистер Фокс проснулся от неясного шума, доносящегося со всех сторон. За окном слышались непрерывные крики «га-га», «кря-кря», «му» и «го-го». Совсем рядом с кроватью раздалось громкое «гав», а затем протяжное «мяу». Тут мистер Фокс вспомнил, что находится у своей бабушки в деревне. Оказывается, она ушла в магазин и немного задержалась, а питомцы еще не завтракали. Наконец, поблизости раздались знакомые шаги топ-топ, дверь открылась, заставив вистящий на ней колокольчик запеть звонкую песню «динь-динь». С одной стороны, конечно, можно было бы сказать в этом тексте включить непрерывные крики животных, да? Рядом с кроватью гавкала собака и мяукал кот. Но оцените разницу, да? Потому что вот это слово гавкала, мяукал, во-первых, гавкала это многократно, да, мяукал тоже многократно. Вот, нам непонятно непосредственно при этом, как. У меня, например, кот мяу, старый совсем, он не умеет мяу говорить, он говорит только мя, и причем научился разговаривать именно на 15-м году жизни. Вот, вот эти непрерывные крики га-га, кря-кря, му-му и го-го, они нам тоже дали полную картину, что там за животные, да? Вот, поэтому здесь, в этом тексте, уместность именно этих звукоподражательных слов, они создают перед нами определенную картину, однозначную картину. И никакого двусмысленного истолкования, что там за животные, да, присутствовали во дворе, мы уже не можем сделать. Ну и знакомые шаги топ-топ. Мы тоже понимаем, как идет бабушка, да, если это зашла бабушка. Правда, мы еще не знаем, она или не она. Вот. И звонкая песня «Динь-динь колокольчика», она тоже нас как бы приводит к однозначному пониманию. Вот. Ну и посмотрите, пожалуйста, как раз вот эти вот звукоподражательные слова, конечно, они не совпадают по значению, по структуре, по виду с междометиями. Итак, что же будет относиться к звукоподражательным словам? Конечно же, это звуки животных и птиц. В поганом ручье гусь явственно произнес «ква-ква». Да? Мы лежим на желтой площадке воробьи, чик-чирик, чик-чирик. Это могут быть звук природы, да? Трах-тах-тах, раскаты грома. Или это, если не звук природы, да, то тогда это при описании, например, военных сражений звук выстрела, да? У завывание в юге или завывание ветра в трубе, да, динь-динь, бум раздалось в эту минуту. Александр взмахнул головой. Я это смеюсь, а она, смотрю, пых-пых, да, испламенела. Вот.
Вот передача звуков, какие раздавались, да, они нас приводят к однозначному пониманию текста и событий. Это могут быть звуки, которые издает непосредственно сам человек. Вот. Ну и звуки предметов, да, бах, хлоп, щелк, тресь и так далее. Это все тоже звукоподражательные слова. Самое интересное, что в последнее время идет вот этот процесс образования от звукоподражательных слов, чаще всего именно глаголов. Да, от слов мяу-мяукать, да, от слов бум-бумкать, гав-гавкать, крякать, да, и так далее. Это вам все знакомо. Вот. Иногда мы даже звукоподражательными словами замещаем самостоятельные части речи, да, то есть мы в предложении для того, чтобы точно передать звук, употребляем как раз-таки звукоподражательные слова, но при этом они могут поменять свой социальный статус. Я вот здесь, конечно, не написала номера предложений, что-то вот не сбило с этого. Семь, я вижу семь предложений, попробуйте определить часть речи выделенных слов. Давайте еще чуть-чуть потренируемся. А Гриша нам сейчас, может быть, что-нибудь споет. Как будете готовы, нажмите, пожалуйста, огонечек. Ну, давайте все-таки проверим. Огонечков я, наверное, не дождусь. А сейчас посмотрим. Да, вот все-таки я дождалась. Спасибо большое. Давайте посмотрим. Здесь все на самом-то деле очень просто. Если бы это было просто бух, я услышал бух, хотя бы даже в этом предложении я услышал бух, бух было бы, наверное, существительным. Если было бы бух раздалось там где-то вдали, то вот бух там было бы просто звукоподражательным словом. Давайте посмотрим в первом предложении. И с вазом в бух канаву. Да? То есть что вот подразумевается под этим словом? Ведь на самом-то деле здесь бух в смысле упал. Тогда да, вот формально это звукоподражательное слово, но оно в функции глагола. Поэтому это все-таки будет глагол. Вот такая вот штука, смотрите. Однажды вечером шась ко мне этот Рогов с товарищем. То есть Рогов с товарищем ко мне вечером очень быстро проскочили, просочились. Не просто пришли, да, там раздевались, а вот прошмыгнули очень быстро. И вот это передается вот звукоподражательным словом шась. Нет, не звукоподражательным, междометием шась. Вот. Но здесь это однозначная функция глагола, да. Они передают действие. Теркин немца с левой руки, в смысле, ударил. При этом раздался звук шмяк. Поэтому звукоподражательное слово здесь выступает в роли глагола. Вот вам «ах», междометие, это выражение ее чувств, да? Татьяниных. Да? Татьяна прыг в другие сени. Ну, то есть она прыгнула, действительно. Прыг – это, наверное, даже как междометие. Вот, а не звукоподражательное слово. Но здесь это точно глагол действия. Вот, та же самая история. Толк ногой.
междометие. Хлоп Алёшу по голове, то есть это звук предметов. Но, тем не менее, здесь выступает в роли действия, поэтому это глагол. А колокол стучит, да стучит, да? Звонит, да звонит. А как он звонит? Бом-бом. Здесь звукоподражательные слова употреблены в функции глагола. Поэтому да, это будет глагол. Следующий этап преобразования этих же слов. Смотрите. С возом бухнулся в канаву. Да? Шаснул или шмыгнул. Дальше. Теркин с немца сливой шмякнул. То есть напрямую уже образуется глагол. Татьяна прыгнула в другие сети. Да? В сени. Медведя толкнул ногой. Кривит рот и хлопнул Алёшу по голове. Да? Бум-бум. Трудно, конечно, мне образовать глагол от этого. Звонит и звонит. Мы все-таки заменим, наверное, это слово. Но пока это глагол. То есть здесь слова в роли другой части речи. Такой у нас вариант возможен. Если говорить о морфологическом разборе, да, о котором чаще всего должны говорить в конце разговора о частеречной принадлежности каждого предмета, это вот останутся как раз-таки три вопроса изначально, три критерия, по которым Ломоносов отбирал слова в ту или иную часть речи. Первое – это общее значение. То есть что оно обозначает? Предмет, признак предмета, действие и так далее. Второй вопрос – это морфологические признаки, какие есть у этого слова. И третий – его роль в предложении. В общем и в целом, я вам хочу показать это на примере глагола. Хотя мы сегодня о глаголе не говорили, но специально взяла глагол, потому что мы так можем понять саму структуру, да? Обязательно нужно предложение, то есть мы не можем смотреть всегда слово абстрактно от предложения, потому что мы его смотрим именно в связи с другими словами. Делаем предположение, какая-то часть речи. В первую очередь мы задаем вопрос именно частеречный, да, что сделал, это вопрос глагола, это действие. Дальше ставим начальную форму. По цифре 2 как раз-таки вот они все морфологические признаки, которые мы здесь можем определить. И третий вопрос, он иногда совпадает с вот этим первым вопросом, иногда не совпадает с первым вопросом. И выявляем синтаксическую функцию, чем является в предложении. Вот, поэтому здесь может поменяться часть речи, но все равно здесь будет вопрос. Здесь начальная форма, морфологические признаки у каждого слова свои. Но, а здесь будет вопрос логический, именно связанный с предложением. По вступительной части, про морфологию и самостоятельные части речи, служебные, все, что хотела сказать сегодня, я сказала. Если есть здесь вопросы, задавайте, а я пока переключу на другую презентацию. Котов-то уже скачали? Угу, спасибо, Лизавета. Котов-то уже посмотрели или еще пока не посмотрели? Или мне их надо показать? Рекламу провести. Итак, давайте начнем тогда наш с вами достаточно длинный, долгий разговор про части речи. Вот, повторим, надеюсь, что что-то вам известно, что-то мы систематизируем еще раз. Я надеюсь, что еще появится какая-то новая информация. Я очень надеюсь, что вам сообщаю каждый раз что-то новое, а не только повторяю то, что вы знаете. Итак, первая часть речи, с которой мы начинаем говорить, это именно существительное. И это, в принципе, понятно. Мы всегда говорим, что это знаменательная, самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет. Но, например, когда мы начинаем говорить об этом с пятиклассниками, да, потому что все-таки маленькие по возрасту, тогда я спрашиваю, а добро – это предмет? А какого размера добро? Да? Например, снег – это предмет? А Петя – это предмет, и тогда мы с ними расширяем вот это вот понятие предметности. То есть слово «предмет» – это не значит только материально выраженный предмет. То есть это такое достаточно широкое понятие, в которое входит значительное количество
понятий, явлений. Да? Это могут быть действительно вещи, предметы, это могут быть люди, это могут быть живые существа, даже организмы, это могут быть растения, вещества, качества, например, жадность, ходьба, да, чтение, доброта, та же самая. Это могут быть явления природы, вот, это могут быть отношения и так далее. Да? То есть, в принципе, любое слово, которое может отвечать на вопрос «кто что?». Если говорить об их морфологических признаках, то в первую очередь нужно говорить одушевленность, неодушевленность, собственность, собственная или нарицательная, а также возможность изменяться по падежам, по числам и иметь род. Синтаксическая роль существительных в предложении очень широкая на самом-то деле. Вот, все главные второстепенные члены предложения, какие у нас есть, существительное может выполнять все эти функции, но чаще всего, конечно же, это подлежащее дополнение, на третьем месте обстоятельства, вот, а уже сказуемое и определение, они, будем говорить, там уже на остальных местах находятся. Какие они бывают, имена существительные? Да, нарицательные или собственные, конкретные или отвлеченные, собирательные, вещественные или единичные. Да? Что это такое? Давайте будем тоже разбираться. С нарицательными, собственно, все понятно. Мы в пределах школьной программы об этом всегда говорим. Нарицательные – это, скажем, такие существительные, которые обозначают ряд уже подобных предметов. Да? Ну, например, смотрите, есть остров какой-то, но сколько в мире есть островов, да, вот какой-то из этого большого ряда остров, мы о нем говорим. То есть мы его не просто выделяем как-то, нет, он просто типичный, как и все остальные. Точно так же, как, например, карандаш или ручка. У вас в стакане наверняка очень много карандашей или ручек, и вы берете просто любую, да, в качестве примера или просто для работы, не выделяя среди всех остальных. Так вот, нарицательные предметы – это один из ряда множества подобных. А вот собственные – это, наоборот, предмет, который является единичным. Да? То есть, с одной стороны, конечно, он принадлежал к ряду подобных, но мы сейчас имеем в виду только его одного, и его мы выделяем прям конкретно. Да? Чаще всего это будут названия. Это могут быть названия людей, но названия людей мы так не говорим, мы говорим имена, фамилии. Да? Это могут быть географические названия, наименования. Это могут быть названия произведений, названия скульптур, названия фильмов. Да? Это могут быть названия звезд, событий там, и так далее, и так далее. По поводу того, какие названия пишутся в кавычках, какие наименования пишутся без кавычек, я думаю, что вопрос... не стоит, я думаю, что вы это знаете, поэтому я этот вопрос не стала освещать, не стала тратить время. Собственные чаще всего употребляются в множественном числе, если, да, то есть, с одной стороны, есть у нас Иванов Петя, и мы конкретно имеем в виду только его. Вот, и вроде бы казалось бы, что мы можем говорить только об Иванове как... в единственном числе, да, то есть не можем употреблять во множественном. Так вот, когда во множественном вы можете употреблять имена собственные? Если вы говорите, например, о семье Ивановых вместе, Ивановы, да, можете добавить числительное. Если вы говорите, например, не просто о Северной Америке или о Южной Америке, а если вы о Америке в принципе говорите, да, то Северная и Южная вместе. Если вы называете, да, семью, например, ну, братья Карамазовы, да, господа Головлёвы, семья Ростовых, да, семья Болконских, вот, то тогда, конечно, название фамилии будет стоять во множественном числе. Есть обратный процесс, когда имя собственное превращается в имя нарицательное. Это пока еще такой... тоже очень трепетный и нежный вопрос с точки зрения правописания. То есть нужно все-таки смотреть словарь. Если вы употребляете, скажем так, фамилию героя, который стал ассоциацией с определенным качеством, ну, например, Манилов, да, например, Молчалин или Простаков, Митрофанушка, да,
И уже речь идет не о том, что это носитель определенного имени, да, а это носитель какого-то качества. Ну, Манилова, например, скажем так, фантазеры, да? Чичикова – это в основном мошенники, да? Хлестакова – тоже мошенники. Вот. И тогда здесь уже фамилия непосредственно собственная становится нарицательной. То есть это в типе подобных явлений. Но переходит в ряд нарицательных и должна уже будет писаться с маленькой буквы. Но опять-таки это будет все зависеть от контекста, в котором вы употребляете это слово. То есть нужно смотреть именно в том тексте, в том замысле, о котором вы говорите. Я бы все-таки еще порекомендовала посмотреть словарь. Также имена существительные делятся на конкретные и отвлеченные, или по-другому в английском языке, наверное, знаете, исчисляемые и неисчисляемые. Конкретные – те, которые мы можем посчитать, да, они предметные. Ну, мы можем посчитать и дома, и девочек, мы можем школу посчитать, Гришу моего можно посчитать, да, мы можем употребить рядом с ним числительное. А неисчисляемые – это как раз-таки те предметы, те названия, которые не сочетаются с количественными числительными. Да? Ненависть. Вот сколько ненависти? Да? Взвесьте мне, была такая реклама, сколько вешать в граммах? Да? Вот мне скажите. Да? Человек приходит в магазин и говорит, дайте мне колбасы. Немного колбасы. Продавец у него спрашивает, сколько вешать в граммах? Будьте точны, пожалуйста. Да. И я с тех пор стала спрашивать. Вот ненависть. Взвесьте мне, пожалуйста, 3 килограмма ненависти. Это возможно или невозможно? Поэтому ненависть это будет отвлеченная, точно так же, как эгоизм, лиризм, выборы, каникулы. Но в определенных случаях, в определенном контексте, даже такие отвлеченные, неисчисляемые понятия могут стать исчисляемыми. Ну, например, смотрите. Разные судьбы, да? Разные судьбы. Есть судьба в таком общем понятии, да? Вот. Но когда мы говорим в определенных людях, то мы тогда уже можем слово «судьбы» переводить в неисчисляемые, как в исчисляемые. Да? Вот есть судьба, одна судьба человека, да? Есть другая судьба человека. И их сравнивать между собой, и тогда уже здесь, конечно, уже можем употреблять количественные числительные и об этом говорить. Есть у нас пословица такая «семь бед, один ответ». Да? Как вот семь бед измерить? Вот. Но в определенных ситуациях это возможно, поэтому иногда неисчисляемые становятся исчисляемыми, приобретая конкретное значение. Вот о чем здесь идет речь. Есть у нас с вами такие существительные, которые обозначают множество как один предмет. Ну, например, смотрите, крестьянство. С одной стороны, это обозначение большого количества людей, конкретных, скажем, по роду занятий, да, крестьян. Вот. Но с другой стороны, мы их рассматриваем не по количеству, сколько их там, 1000, 5, 10 тысяч и так далее, может быть, всего 5. Но мы их рассматриваем как единое целое. Да? И тогда они не употребляются с количественными числителями. Числительными, да, то есть у них это всегда будет единственное число. Листва – это все-таки единственное число, несмотря на то, что обозначает листья все вместе взятые, да, и так далее. Есть у нас с вами вещественные имена существительные, как раз-таки, которые обозначают вот и пищевые продукты, и сельскохозяйственные культуры, жидкости, химические элементы и так далее. Но опять без привязки к количеству. Кислород, сахар, сыр, мясо, рожь, хлопок, вода. Особенно вот интересно вода. Да? Они могут быть как только единственного числа, могут быть только множественного числа. Да? Молоко, азот, например, или наоборот, сливки, дрожжи. Но когда мы только добавляем какие-то единицы меры, да? Например, стакан, стакан воды, стакан сахара. Но стакан мяса трудно, конечно, сказать. Стакан ржи уже все равно насыпать мы туда ее можем. Или килограмм.
Да, килограмм свинца, килограмм кислорода, как ни странно, тоже можно взвесить. Килограмм сахара, килограмм сыра, мяса, ржи и килограмм хлопка тоже можно взвесить. Тогда вот они уже теряют вот эту вот возможность не употребляться с числительными, да, и тогда они становятся уже, скажем так, словно исчисляемыми. Словно исчисляемыми. Есть существительные, которые в родительном падеже единственного числа, да, могут иметь две формы. Например, сахара – сахару, чая – чаю, снега – снегу. Это допустимо, это вариативные окончания имен существительных. Мы с вами сегодня об этом еще поговорим. Еще одна морфологическая категория у имен существительных – это одушевленность, неодушевленность. Мы, носители языка, скажем так, к этой категории подходим именно с лексического значения, да, имен существительных. И нам кажется, здесь все просто. Но есть еще лингвистическое определение этой категории. Оно связано с двумя падежами. Собственно говоря, даже не с двумя, а с тремя падежами. С именительным, винительным и родительным. Если у слова форма винительного и родительного падежа совпадает, то тогда это одушевленное существительное. Да? Если совпадает форма винительного и именительного падежа, то тогда это неодушевленное существительное. Почему требуется определять и лексически, и грамматически в категории одушевленности? Потому что у нас есть ряд существительных, которые с первого раза просто так не определишь. Да, одушевленность. Ну, например, смотрите, статус слова «ферзь», статус слова «кукла», ну, например, «мертвец», «покойник» и «труп». В свое время меня так это заинтересовало, я очень долго думала, так пока отложила этот вопрос и восприняла его просто на уровне знаний. Так вот, одушевленными будет мертвец покойника, труп – это будет неодушевленное существительное. Если мы говорим о мифических существах, типа бог, дьявол, там, русалка, леший, да, это будут одушевленные имена существительные. И даже если это искусственные создания, например, ферзь или кукла, это тоже будут одушевленные существительные. Вот. Если у нас, например, смотрите, слово обозначает одушевленный предмет, да, например, слово «животное» вообще-то это прилагательное, животное существо, оно перешло в существительное, но оно все равно обозначает живых лиц, поэтому будет относиться к одушевленным. В среднем роде, хоть их не так много одушевленных, да, очень много существительных, которые относятся к одушевленным именно с вот этими указанными суффиксами «страшилище», «чудовище», «чудище» и так далее. Спорные моменты, в каком плане спорные? И не из-за того, что ученые рассматривают по-разному, да? А у нас в языке даже категория одушевленности, точно так же, как числа и рода, она подвижная достаточно категория. С одной стороны, если у нас слово имеет, например, род мужской, то вроде бы кажется, мы во всех предложениях употребляем его только в мужском роде. Вот. Но на самом-то деле, с точки зрения исторического процесса, может оказаться так, что это слово в какое-то время имело другой род или другое число. А потом, после каких-то событий, ситуация поменялась лингвистическая. Она была отражена в словарях, в нормах, и слово поменяло категорию, например, рода или категорию числа. И вот как раз-таки вот с этими явлениями связана некоторая вариативность. Смотрите. Колебания, да, то есть вариативность может быть в названиях инфузорий, например, бактерии и бактерий может быть, да, образы тоже может быть, характеры. Вот. Это слова, которые допускают именно движение вот по этой категории одушевленности и неодушевленности. С категории рода. Вроде бы кажется нам, что здесь все хорошо, все замечательно. Я вам сейчас про это говорила. Вот.
она свойственна всем существительным, кроме тех, которые не употребляются в единственном числе. Да? То есть, собственно говоря, это слова типа сани, ножницы, сливки, ворота. Раз они стоят во множественном числе, то категория рода у них недоступна. Ну и в принципе, даже если слово у нас имеет единственное число, имеет, да? Вот. И в единственном числе у нас есть категория рода, но как только мы его ставим во множественное число, то тогда категорию рода мы не указываем. Вот. У существительных чаще всего род не меняется, да, в предложении. То есть смотрите, есть у нас дом, комната, слово. Мы добавляем к ним прилагательное. Так вот, прилагательное будет менять свой род, а существительное свой род не будут менять в этом случае. То есть существительное не меняет свой род, когда встает в сочетании с другими словами. Но может поменять свой род только лишь в историческом процессе. Но расскажу так, отвлекусь, лирическое отступление в сторону. Замечательная иллюстрация слова «кофе». Вот последние, скажем так, 30-40 лет история у него следующая. Первоначально во всех грамматических справочниках слово «кофе» было мужского рода. Только кофе и все, он мой. Однако лет так 25-30 назад в обществе очень широко была распространена именно категория рода среднего. Так, кофе, оно мое. Это было повально, это было вот... знаете, на уровне, наверное, пандемии. Настолько широко этот процесс прошел, что в словарях в результате появился вариант кофе. Если мы откроем словарь, кофе может быть мужского и среднего рода. И сейчас в обществе пошла уже обратная тенденция. То есть после того, как зарегистрировали вариативность рода у этого слова, вот, сейчас в обществе стало модным, скажем так, культурным образцом, эталоном такого поведения употреблять это слово все-таки в мужском роде. То есть опять вернулись к исходному варианту категории рода. Вот, вот такое у нас явление может быть. Существительные разных родов, естественно, они склоняются по-разному. Да? Естественно, у них разные склонения. Вот. Ну, например, смотрите, слово «дом» – это второе склонение, «комната» – первое склонение, «село» – второе склонение. Так вот, второе склонение будет отличаться от первого склонения по окончаниям. Посмотрите, «дома», «села» – у них окончание «а», «дому», «село» – это один и тот же падеж, окончание «у», вот, а «нет комнаты», да, к комнате в этих же падежах, но слово «комната» другого склонения, поэтому окончание у них будет разное. Именно по вот этой возможности изменяться по падежам как раз-таки и объединяли их в склонение. Кроме того, категория рода может отличаться словообразовательной структурой, например, «брат», «братья», видите, это одно и то же слово, но во множественном числе отличается в данном случае. Учитель – мужской род, учительница – женский род. Здесь суффикс «ниц» указывает на женский род. Дальше. Про несклоняемые существительные мы так поговорим еще, поэтому я об этом не буду говорить. У неодушевленных, да, категория рода, скажем так, не столь значительна, она не столь значима для существования этого слова, а у одушевленных, наоборот, очень важна. Потому что нам как раз нужно понимать, либо это существо мужского или женского пола, для того, чтобы употреблять его в речи. Четвертым родом у нас является общий род. Мы периодически про него забываем. Сюда входят такие слова, которые равноправно относятся к женскому и мужскому роду. Да? Сирота, неряха, умница, например, слово «Саша», визави, протеже, плакса, инкогнито. То есть для того, чтобы определить конкретный род этих существительных, нужно употреблять либо с прилагательными, либо с определительными местоимениями, либо с глаголами прошедшего времени, для того, чтобы указать, какое лицо какого пола я подразумеваю под этим существительным. Ты плакса, да? Непонятно ведь, о ком я говорю, о мальчике или о девочке. Поэтому я должна буду пояснить. Поэтому вот такие слова – это слова общего рода. Но опять-таки, с точки зрения исторического процесса,
у нас есть колебания. Да? Например, в начале 20 века слово «жираф» все-таки было женского рода. Да? Раньше говорили не «просик», а «просик». Раньше говорили «спазма», а не «спазм». Да? И говорили «идиом». И если мы сейчас говорим «ставня» – это слово для нас женского рода, да, то раньше одна створка – это был ставень. Сейчас произошли вот такие колебания в роде. Про несклоняемые существительные, да, про типа «тбилиси», «визави» и так далее. Самый распространенный вариант, который указывается во всех учебниках, хотя на самом-то деле нюансов очень много, и это достаточно сложное явление, нужно смотреть на то слово, которое они обозначают. Да? Итак, если несклоняемое существительное обозначает лиц мужского рода, то, соответственно, конечно же, и само слово несклоняемое тоже будет относиться к лицу мужского пола. Если само слово обозначает лиц женского пола, то и само слово будет относиться к женскому роду. Например, атташе – это дипломат, это чаще всего должность. Должности у нас чаще всего как раз-таки в мужском роде употребляются, поэтому слово «атташе» будет тоже мужского рода. Знаменитый маэстро – это композитор-исполнитель чаще всего, поэтому это тоже будет мужской род. Инженю – это подросток, барышня, такая наивная, поэтому это все-таки женский род. Мими – это какой-то сокращенный домашний вариант имени, да? Поэтому это женское имя, поэтому, соответственно, будет мими женского рода. И если… Так, одушевленное почему-то два раза получилось. Если мы говорим чаще всего о животных, да, иноязычного происхождения, несклоняемой, то чаще всего в первую очередь упоминается именно мужской род, да, как начальная форма. А если нам надо показать, что, например, какаду – это попугайха, хотя я не знаю, например, честно говоря, в каких ситуациях нужно показать, что речь идет именно о самочке какаду, то тогда мы употребляем опять-таки либо прилагательное в женском роде, либо глагол в прошедшем времени в единственном числе, например, сидела какаду. Да? Вот. То же самое с кенгуру. Хотя у нас есть такие существительные типа самка, самец, которые помогают определить как раз-таки родовую принадлежность этого существа. Иваси, ЦЦ и калибри. Иваси, ну, написано, конечно, что они составляют исключение, но иваси – это рыба, да, это порода селедки, сельди, женский род. ЦЦ – это муха, женский род. Калибри – это птичка, с одной стороны, да, с другой стороны – неизменяемая, поэтому может быть мужского рода. Если исключением они, наверное, являются из мужского рода, да, то, что у нас все несклоняемые относятся именно к мужскому роду. Но здесь пересекается правило первое, о котором я с вами говорила, о котором вам говорила, да, там по поводу атташе, мими и так далее. Чаще всего, если мы говорим с вами о географических названиях, да, то мы должны опираться на видовое название. Что это? Либо это город, либо река, гора и так далее. Да? Сухуми почему будет мужского рода? Потому что это город. Да? Конго почему будет женского рода? Потому что это река. Онтарио это озеро, поэтому оно будет среднего рода. Вот. Ну и название органов печати, да, точно так же. Если мы не знаем, как определить принадлежность этого слова, то мы тогда начинаем смотреть, что это такое. Юманите – это название газеты, поэтому юманите для нас будет слово женского рода. Если мы с вами встречаем аббревиатуру, у меня тут немножко все съехало по какой-то причине, непонятно. Ну, например, смотрите, сельпо, да, или ОТК. Как определить род аббревиатуры? Соответственно, мы полностью расшифровываем все слово, разворачиваем его. Сельпо – это сельское потребительское общество. ОТК – это отдел технического контроля.
В этом развернутом толковании слова мы находим главное слово, сельское потребительское общество. Общество – главное слово, оно среднего рода, значит, сельпо будет тоже среднего рода. Вот такая отдел технического контроля, отдел – главное слово, но мужского рода, значит, и все. Вот такая тоже будет мужского рода. Если мы с вами не знаем какой-то расшифровки аббревиатуры, то, что называется, интернет нам в помощь. Он поможет нам расшифровать, а мы тогда уже посмотрим категорию рода. Категория числа тоже отличается способами выражения. Во-первых, в единственном во множественном числе у нас с вами разные окончания. Одновременно с этим может поменяться даже ударение. Могут отличаться даже суффиксы. Например, смотрите, крестьянин – это единственное число, да? Крестьяне – совсем другая форма. Это множественное число. Лист – листья, жеребенок – жеребята. Да? И иногда для выражения категории числа у нас используется даже другое слово в целом. Так называемые супплитивные формы. Человек – люди, ребенок – дети. Есть у нас существительные только единственного числа, и есть существительные только множественного числа. Пока вы смотрите, я думаю, почему у меня все съехало, потому что должно было съехать. Но я надеюсь, что цифра 4, именно собственные, Дон, Урал, Москва, вам видно. Итак, еще одна категория, категория падежа. На всякий случай напомнила все падежи, напомнила все вопросы. Чаще всего возле падежа, возле падежа у нас есть слова такие, подсказки. Для того, чтобы вспомнить эти вопросы, тоже напомнила. Освежили мы, надеюсь. Единственное, что вот что-то не подумала, как-то нужно было слова разных склонений привести. Третьего склонения не хватает. Но сейчас, конечно, менять уже поздно. Итак, значит, именно потому, что определенные слова во всех склонениях, ну что значит во всех, сейчас скажу. Сейчас вернусь назад, объясню, что значит во всех склонениях. То есть взяли, например, массив слов, похожих на слово «банка». Записали их во всех шести падежах, да? И посмотрели, какие у них окончания. И если у всех этих слов в родительном падеже окончание «и» или «ы», в дательном, например, окончание «е», только «е», в винительном окончании только «у», в творительном «ой» или «ей», и в предложенном «е», то решили их объединить по одному типу склонений. То есть раз они вот во всех этих шести падежах ведут себя одинаково, то есть имеют одинаковые окончания, одинаковые для родительного, одинаковые для дательного, одинаковые для винительного, одинаковые для творительного, для предложенного, то их решили определить в одну группу. Взяли все слова, которые похожи на слово «зуб», например, да? То есть это слова мужского рода, вот, с нулевым окончанием. Просклоняли их и посмотрели, если они ведут себя одинаково, то их определили в одну группу. Сравнили группы эти между собой. Они одинаковые между собой. Выяснилось, что разные. И тогда отделяли, образовывали отдельное склонение. Вот такая тяжелая работа проходила для того, чтобы образовать как раз-таки известные нам склонения. Итак, совокупность падежных изменений одного и того же слова называется склонение. Да. Вот. И какое бы слово у нас ни появилось, когда мы его изменяем по падежам, если оно попадает в известное нам склонение, то оно сразу попадает в эту же группу. Мы с вами сегодня будем рассматривать школьную программу и школьное толкование склонений. Вузовское, они немножечко поменены местами, но сущность от этого не меняется. Нам сейчас для того, чтобы не запутаться, это не столь важно, поэтому мы остановимся на школьной программе. Итак, школьная программа, первое склонение – это мужской и женский род с окончанием «а» или «я». Я привела примеры. Да? Ко второму склонению мы относим существительные мужского рода с нулевым окончанием.
слово «путь» сюда не входит. Да? И слова среднего рода с окончанием «уе». У меня почему-то сегодня все поплыло. К третьему склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием и одновременно мягким знаком на конце. То есть это вот обязательное требование. Склонение мы можем определять только в единственном числе. Во множественном уже разница между окончаниями и между склонениями, она не только ярко выражена, а в самых проблемных падежах, особенно в дательном, предложенном и туда же творительном, она вообще отсутствует. У разных склонений получается одинаковое окончание. Вот. Есть существительные, которые не могут быть безоговорочно отнесены к определенному, к одному какому-то типу склонений. Например, сюда относятся, смотрите, такие существительные, субстантивированные, мы называем так, образованные переходом «столовая», «больной», «учащийся». То есть мы их сейчас воспринимаем как предметы, вот, но по своему происхождению, по своему поведению они не похожи ни на одно существительное, они больше похожи на прилагательные. И я не могу сказать, что они прям отдельные склонения образуются, но и не попадают ни в одно из тех, которые мы с вами изучаем в пределах школьной программы. Поэтому их относят к типу качественно относительных прилагательных, и для разбора чаще всего их нам с вами не дают. То есть, когда мы видим их предложение, мы должны сказать, что это существительные, перешедшие от прилагательных или учащиеся, например, от причастий. Вот. Но и на этом мы останавливаемся, глубже у нас уже никто не спрашивает. Так, особенности склонения, какие варианты могут быть, да, и где какие окончания лучше употреблять. Итак, в первом склонении, в творительном падеже, распространенное окончание «ой-ей», например, «овцой», «землей». Да? Вот. Эти окончания, они стилистически нейтральны. Что значит стилистически нейтральны? То есть мы их можем употреблять в разных стилях вообще в принципе. Параллельно этому окончанию есть окончание «ою-ею», «овцою», «землею». Вот. И это окончание чаще всего употребляется в книжной речи, именно в, скажем так, в художественной литературе чаще всего, конечно, или для приподнятия стиля, для высокой речи свойственно, да? Вот, для торжественной какой-то ситуации, или это может быть какие-то устойчивые выражения. То есть это все-таки не широко употребляемое слово, да, не широко употребляемый формат. Вот. Так, существительное «ия» в дательном и предложном и в родительном, они тоже имеют окончание «и». Это вообще, в принципе, свойственно существительным на «ия», «линия», «партия», «армия», «акация», «акция» и так далее. Например, ну, семья, тут как вариант вам приведены, что там другие окончания у других подобных слов. У существительных на «и» в предложенном падеже есть окончание «и», а не «е», как должно быть у всех остальных существительных. Но это свойственно, конечно, именно словам на «и», планетарии. Дальше. У существительных названий населенных пунктов, вот это вот, обратите внимание, в последнее время на это стали чаще ошибаться, да, на вот это явление. Так вот, если у нас населенные пункты оканчиваются на «ов», «ев», «ин», «ова», «ева», «ина», да, Ростов, Ржев, Кашин, Крюково, Солнцево, Пушкино и так далее, да, то в творительном падеже должно быть окончание «ом» под Крюковом, Солнцевом, под Пушкиным. Это правильно. То есть слово Пушкина, Солнцева, Крюкова, там, они точно склоняются по современным правилам. Это точно проверяла, смотрела неоднократно, да. Вот. Но русские фамилии, смотрите, Ивановым, Никитиным, творительный падеж будет так.
Одновременно у нас есть у некоторых форм падежей, у некоторых склонений варианты. То есть оба варианта правильные. Например, смотрите, мы можем сказать килограмм сахара и килограмм сахару. Это тоже будет нормально, это правильно. Стакан чая, стакан чаю. Другое дело, что сахару, чаю, это будет, скорее всего, разговорная речь. Да? Песку, снегу, воздуху, керосину, ситцу, треску, шуму и так далее. Вот. Даже есть у нас устойчивые выражения, дать маху, до отвалу, до отвала. Вот. Это все-таки ближе к разговорной речи. В литературной речи все-таки хотелось бы окончание «а». Так, у нас могут быть окончания в лесу, на берегу, в бою, на борту, в тылу, в строю, и эти окончания нейтральны. Но при этом они именно связаны с пространством. С пространством. Вот. Некоторые существительные вообще имеют стилистически нейтральную форму. На дубу, на дубе, на краю, на крае, в отпуску, в отпуске. Вот. И это равноправные формы. Так может быть. И то, и другое правильно. Следующее склонение – это разносклоняемые имена существительные. Почему они так себя ведут, почему они так называются? Сюда относятся, во-первых, 10 существительных на «мя» – это бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, темя, семя, стремя, да, и племя. Сюда же относится слово «путь», сюда же относится слово «мать» и «дочь». Почему они так склоняются? Потому что они очень сильно похожи на третье склонение, кроме творительного падежа. А в творительном падеже они себя ведут как существительные второго склонения. И получается, у них как бы чаще всего третье, но в творительном второе. Поэтому назвали разносклоняемые. У них есть еще одна особенность. У них есть наращение «ен». Это сейчас будет чуть попозже. Так, в имя, пламя, теме множественного числа не имеют. Да? Вот мать и дочь имеют наращение «ер», то есть это можно выделять как отдельный суффикс матери, дочери. Так, дитя, оно с одной стороны относится к разносклоняемому, но при словоизменении чаще всего появляется супплитивная форма «ребенок». Опять почему-то все съехало. Супплитивная форма «ребенок», и слово «дитя» уже не употребляется. Так, вот где-то здесь должно было быть наращение. Склоняется с наращением суффикса «ен» во всех формах. То есть «бремени», «времени», «вымени», «знамени» и так далее. То есть наращение не только у матери и дочери, но и у всех этих существительных. Следующее склонение – это несклоняемые имена существительные. Чаще всего это действительно заимствованные слова, пришедшие к нам из других языков. И пока они еще ассимилируются, пока они привыкают, пока они пробуют себя в русском языке, пока мы их пробуем, то сначала они попадают сюда в несклоняемые имена существительные. По умолчанию, первоначально, как метро и кашне, они относятся к среднему роду, а потом начинаем мы уже их как-то соотносить по разным категориям рода. Точно так же произошло с, например, Сухуми, Сантарио там, и так далее. Итак, какие относятся к несклоняемым? Как их отличить? Во-первых, это иноязычные, если они обозначают неодушевленные предметы, оканчивающиеся на гласный. Здесь есть у вас примеры. Если это иноязычные слова мужского и женского пола, оканчивающиеся тоже на гласный. Если это иноязычные существительные, обозначающие животных. Да? Если это фамилии и имена женского рода, оканчивающиеся на согласный. Дальше. Если это географические названия иноязычные. Если это русские фамилии типа Дурнова, Хитрова, Крученых, Польских, то есть замершие именно в такой форме. Если это фамилии на «ко» и все аббревиатуры. То есть мы их склонять не можем. То есть окончание поменять мы не можем. Так, с категорией склонения я закончила. Я хотела бы перейти к грамматическим ошибкам.
У вас сегодня появился такой документ, он свободен для скачивания, он возможен для скачивания, называется «Грамматические нормы», там стоит цифра 7. Но это вот для меня лично название файла, я так понимаю. В общем, здесь гигантская таблица по правильным грамматическим нормам не только имен существительных, но и имен прилагательных, местоимений, глаголов и числительных. Вы ее себе, пожалуйста, скачайте, она будет вам очень полезна, конечно, будет помогать. Пока еще точно не могу предсказать, где и когда, но точно будет полезна. Такая редкая штучка, но очень востребована в нынешние времена. Поэтому вот все, что я сейчас буду говорить уже дальше про грамматические ошибки, грамматические нормы, оно представлено первым пунктом в этой таблице. И у существительных очень распространенно. То есть если у меня здесь будет общее представление, то там очень все подробно. Так, естественно, конечно, склонение имен существительных должно подчиняться определенным правилам. Да? Вот. И если с единственным числом и со всеми склонениями еще мы как-то худо-бедно разбираемся, то очень много трудностей возникает, когда мы начинаем склонять существительные во множественном числе. И одна из первых трудностей – это именительный падеж множественного числа. Ситуация тут заключается в чем? В том, что у нас с вами в ходе исторического процесса было еще не только единственное множественное число, но у нас было еще и двойственное число. И у него, конечно же, было другое окончание. Вот. И следами от этого процесса, да, после того, как исчезло двойственное число, у нас остались варианты окончаний, которые перешли во множественное число по принципу «это не единственное, значит, тогда множественное». У нас теперь есть окончание для именительного падежа множественного числа либо «ы-и», либо «ая». Если окончание «ы-и-и» считается традиционным, да, а окончание «ая» оно просторечно, скажем так, свойственно больше разговорной форме, но вот это вот просторечное окончание – но достаточно агрессивно и на современном этапе активно вытесняет окончание «ы-и» из литературной нормы. Этот, я не могу сказать, что там неравный бой или равный бой, но этот процесс идет, иногда чуть активнее, иногда чуть медленнее. Вот пример я вам тоже привела здесь, посмотрите. В XIX веке мы говорили «домы», «поезды», а сейчас у нас нормативным считается «дома», «поезда». Вот. Раньше директоры, профессоры, мы говорили именно так, это было нормативно, а сейчас нормативным считаются директора, профессора. Вот. Почему, что замедляет процесс вот этого вытеснения окончания «ы-и»? Именно как раз-таки народность, да, разговорность окончаний «ая». Раз они снижены, есть такое отношение, что они второсортные. Есть такое их восприятие, и поэтому как бы вот, некоторое отторжение. Но кто не чувствует этого, да, кто на это не обращает внимания, то этими окончаниями пользуется абсолютно свободно. Что же в результате происходит? У нас в русском языке в результате эти два окончания существуют параллельно. Систематизировать их практически невозможно. Это очень гигантский массив слов. Как-то их объединить тематически. Вот попробовали выдающиеся методисты, вот составили вот эту таблицу, но она все равно очень гигантская, она не включает все слова, это однозначно. Вот они составили, скажем так, минимальный объем, достаточный для ребят 17-18 лет. Вот. Это все приходится учить. То есть это все приходится смотреть. К сожалению, я другого способа не могу предложить. То есть все-таки либо словарь онлайн держать, либо в качестве приложения на телефоне. То есть если встретились, не стесняться смотреть, не стесняться спрашивать. Итак, окончание «ая» нормативно для существительных, обозначающих парные понятия, для односложных торты, флоты, шумы – это нормально, но возможно исключение – дома, сорта. Так, дальше. Если это, двусложные слова с ударением на первый слог, то, конечно, это чаще всего окончание «ая». Если это
двусложные слова, ударение падает на второй слог, то, конечно, будет окончание «и». Но с точки зрения употребления, конечно, таких слов в речи, да, это не очень удобно, поэтому проще учить. Поэтому я вам предложила эту таблицу. В многосложных словах окончание «и» традиционно. Если у нас иностранные слова имеют последние буквы «ер» или «ер», то чаще всего это окончание «и», но «шофер», «шофер», к сожалению, сохраняется такая форма, такое ударение, но это уже не литературная норма, и поэтому кто сохраняет эту форму, для них считается нормальной, ну, скажем, в паре к этому ударению шофера будет, да, будет иметь право на существование, хотя это не литературная норма. Если слова оканчиваются на «тор», «сор», это латинские слова по происхождению, да, комментаторы, лекторы, новаторы, вот, чаще всего окончание «и», но, конечно же, есть следы изменений директора, доктора, профессора. Чаще всего окончание «ая» имеет двусложные, трехсложные существительные с ударением на первом слоге, если оканчиваются на вот эти вот звуки. На вот эти звуки. Иногда такое бывает. Я сейчас быстренько прокручу. Простите, что задерживаю, но хочется договорить. Иногда возможны варианты. Посмотрите, пожалуйста. То есть окончание «ая» может быть дублетом окончания «и» в связи с изменением лексического значения. То есть у нас есть горизонтальные части дымоходов, и тогда это «борова». Если мы говорим о самцах свиньи, то тогда «борова». Кондуктора, кондуктора – это в трамвае, это допустимо, а кондуктора – это часть механизма, это прибор. Если мы говорим о зданиях завода, то это корпуса, кадетские корпуса – это тоже речь идет о зданиях. Да? А если мы говорим о человеке, о его теле или о животном, то это корпусы. Вот такие варианты, посмотрите, пожалуйста, они тоже существуют, это надо тоже учитывать. Еще одной серьезной проблемой является у нас с вами множественное число родительный падеж. Тут спорят два окончания, либо окончание нулевое, либо окончание «ов-ев». В таблице там все отлично представлено. Все прям прекрасно. Тоже систематизировать это, к сожалению, не удается. К большому сожалению, не только нашему, но я думаю, что и сами ученые хотели бы какого-то единообразия. Но русский язык так меняется, так двигается, что пока не удается запихнуть его в рамки однообразия. И слава богу, наверное. Вот поэтому вы посмотрите по таблице, все там хорошо представлено. Ну и завершить я хотела бы наш с вами сегодняшний разговор образцом морфологического разбора имени существительного. Простите, взяла здесь, конечно, плакат, но мне кажется, он отражает то, что нам нужно. Итак, слово «сиренью», вот оно в предложении. Мы предполагаем, что это существительное. Задаем вопрос от его главного слова, ставим в начальную форму. Дальше. Определяем морфологические признаки не от начальной формы, а от того слова, которое было в предложении. И третье – это его роль «ваза с чем сиренью». Это будет дополнение. Если говорить с высоты 10-11 класса, то я бы сказала, то ваза какая еще с сиренью. Здесь, возможно, вариативно и определение несогласованное. Но мы, когда будем говорить об этом несогласованном определении, наверное, уже в следующем году, то мы рассмотрим такие варианты. Минутка на вопросики. Я вам попробую пока быстренько показать котов, чтобы вы насладились прелестью. Посмотрите, какая прелесть. А сколько трудов, я бесконечно рада автору этих, рада, что так можно преподнести русский язык, и таланту автора бесконечно рада. Очень хотелось бы узнать, кто это, честно говоря. Я надеюсь, что вы тоже получите удовольствие.
Спасибо большое тогда, что были вместе с нами. До следующих встреч.